Уже через год должна завершиться масштабная реконструкция фасадов зданий в Самаре. В этом году их отремонтировали больше 100. Дома, которые ремонтируют в первую очередь, находятся на так называемом гостевом маршруте. Мы сейчас в старом городе на улице Фрунзе, а это дом, в котором провел первые месяцы жизни Эльдар Рязанов. Вот окна его квартиры. Здание доверили реставрировать частному инвестору и не прогадали. Все работы выполнены качественно и в срок. Работы велись в августе. Был полностью отреконструирован фасад, то есть более 300 квадратных метров стен, штукатурка, шпаклевка, то есть все по технологии. И финишная покраска с современными качественными материалами. Ремонт 29 домов в этом году взяли на себя частные инвесторы. Это меценаты, общественные организации, компании-застройщики. Всего же в Самаре реставрации требуют больше 1000 зданий. Почти 300 из них – это дома с богатой историей, объекты культурного наследия. Некоторые привели в порядок в этом году, однако основная часть придется на следующий. Будет проведен за счет бюджетных средств ремонт 191 объекта культурного наследия. И мы полагаем привлечь на оставшиеся 67 объектов, которые требуют ремонта, меценатов, инвесторов. К делу преображения городской среды власти привлекут и студентов-архитекторов. У них немало интересных проектов скверов и парков, остановок транспорта и арт-объектов. Также одна из идей – установить информационные таблички, чтобы жители и гости города узнали больше об истории самарской архитектуры. Валерия Макарова, Константин Головин. События.